представляем компанию «Анизапринт». Мы занимаемся технологией 3D-печати, композитами с непрерывными волокнами. Если попроще говоря, мы укладываем нить, это углеродная нить, базальтовая, либо стеклонить внутрь пластика. Армируем изделие для усиления его. Вот. Применяется это в основном в авиации, НИИ, научно-исследовательские институты, собственно говоря, занимаются всякими исследованиями с помощью нашего принтера. Печатали CubeSat, это наноспутники, соответственно. Абсолютно много разных изделий, если их перечислять, это будет очень долго. Вот. Но основа — это авиация, НИИ, НИОКРы, вот такие вот компании, так скажем. Мероприятие оказалось, естественно, полезным. Все люди, которые сюда приходили, они, естественно, уже знали, как работают композиты и что такое композиты. Вот. Особо прям детально объяснять не приходилось, потому что люди знают, чем занимаются, знают, куда пришли, вот, и знают, что ищут. Приятная аудитория, все очень хорошо, люди все общительные, очень много интересуются, очень много понравилась технология, потому что о ней мало в целом слышали. Мы стараемся ее больше развивать, чтобы люди слышали. Даже наши клиенты, соответственно, приходили, естественно, специально на выставку, чтобы на нас посмотреть. В целом, выставка очень хорошая, все очень понравилось. Рассчитываем теперь видеть вас в качестве постоянных экспонентов. Да, мы тоже рассчитываем почаще приезжать на эту выставку, потому что нас все устроило, и как она будет, наверное, в следующем году уже. Если она будет, мы обязательно приедем.